Неправильно начать этот выпуск трезвым. Ну что ж, кто-то скажет, это монтаж, ты не выпил нихуя. Вот, ну и правда, здесь я не выпил, конечно, целую бутылку, я выпил половину. Санина. Да. Чувак, почему так нет долго видео? Это одна из причин. Я был в запое. На самом деле нет. Я не был в запое. Это интересное видео. Все-таки почему? Вы знаете, это удивительно, но 24 года я не пил вообще. Ну как вообще? Я, скажем так, дай бог, раз в год, там, не знаю, раз в 2 года я накачу. Бывает, бывало такое, честно говоря. В Новый год совсем немного. То есть я знал, что такое опьянение. Я знал, что это за чувство, но никак его не подтапливал. То есть я не усиливал это чувство. Вот. И я не усиливал это чувство, короче говоря. И что произошло сейчас? Этим летом. Я начал пить каждый выходной. Почти. Иногда даже чаще. Там, 3 дня подряд. Ну, я не в плане в сракотану уделывался, да? То есть, как бы, в говнину, так сказать. Просто... И вообще, я как бы... Блядь, чуть мигает. Знаете, прерву. Вот ОБС делали какие-то долбоебы. Вот серьезно. Просто конченые дегенераты. Как тяжело. Идеальная программа, по сути дела, идеальная программа, очень удобная, но ебать какая глюканутая. Все, в пизду, короче. Почему? То есть я стал пить каждый выходной и почти иногда доходил до 3 дней подряд, а до этого ни капли, вообще ни капли. И кто-то скажет, чувак, ты просто пал, по факту. Я, ну, какой я образ жизни веду? Я дома работаю, тренируюсь, как бы битку качаю, но... приходится накатывать периодически, да, как бы, чтобы избавиться от каких-то, не то чтобы проблем, проблем-то и нет, в том-то и дело, проблем нету, но есть вот эта вот штука в голове, которая в черепе сидит, мозг, да, вот он, вот у тебя все хорошо, а он начинает раскручивать какую-то тему и продолжает. То есть это о чем говорит? Это не говорит о том, что я как человек стал слабым, я пал, я упал, я, ну, типа, опустился. Это, в принципе, неправильно сказано. Скорее, я дорос до какого-то момента, который мне сказал: «Пора пить, брат». Да, так и было. До этого я знал, что такое алкоголь. Но только сейчас настал именно тот момент, когда ты понял, что... Пиздец! Когда ты понял, что вот он какой-то ответ, что ли, на твои вопросы. Да, но это ложный идол, так сказать. Это нихуя не ответ никакой, я прекрасно это понимаю, но все равно продолжаю пить. Вот, сейчас за 2-й бутылкой пойду, потому что хорошо, что у меня есть запас. Вот, надо сейчас еще телефон найти. Блять, где-то мой телефон проебал. Сейчас, подождите, я телефон найду. Это очень интересно, потому что телефон лежал все это время здесь, просто за бургером, я его не видел. Вот, понимаете? То есть не обязательно говорить, что человек пал, да? Или еще что-то в этом роде. Это такое, знаете, общее определение, абстрактное, то есть как бы относительно вашего мировоззрения. Например, вы никогда не пьете, видите, что человек начал пить, и о, все, понятно с ним, он начал пить, он бухарик, он типа того. Хотя я, например, отношусь к алкоголикам очень, ну, типа так, скептично, то есть я не люблю, ненавижу вообще быдло объебосов всяких, сука, понимаете, которые вот это, да? Но у всех абсолютно разные ситуации. Кто-то, вот, например, пьет, чтобы... Короче говоря, пиздец. Очень тяжело сказать, очень. И сейчас мне еще в этом состоянии, я должен в этом состоянии все это смонтировать, потому что если не смонтирую в этом состоянии, я завтра проснусь и не выложу это, вообще нихуя не выложу. Так вот... Yeah.
человек доходит до какой-то крайности. В моей жизни что? Что-то случилось трагическое? Нет, на самом деле, я вам искренне скажу, подписчикам или там трем человекам, которые меня смотрят, наоборот, все отлично. Осталось только научиться радоваться тому, что есть. Я, понимаешь, как легко смотреть людям в глаза, когда ты пьян. Невероятно. Именно за этим чувством я обратился к алкоголю. Я такой, бог алкоголя. Кстати, есть такой бог алкоголя? Интересно. Мне надо загуглить. Заяндексить. Я не люблю Google, потому что там это хуета, там картинок нету, превьюшек сайта. Бог алкоголя у славян. Дионис, божество. Из олимпийцев бог растительности, виноградства, виноделия, производители сил природы, вдохновения. Дионис. Ну, один из богов алкоголя, короче говоря. Видите, в чем дело? Зачастую пьянка вызывает у меня чувство депрессии. Да, понимаете? То есть состояние, в котором я, бывает, пребываю в очень позитивном состоянии, ненавижу это слово, и также в отрицательном состоянии, когда я полностью, наоборот, противоположен. То есть я загоняюсь, сука. Нужно срочно купить героин, чтобы, блядь, уделаться в говно и умереть. Ну, условно говоря, мне так одиноко, мне так грустно, я такое ничтожество. Я 6 лет, или 7, или 8 вел свой канал и ничего не добился. Я просто никто. Так что алкоголь имеет очень многостороннее влияние на меня. Прикиньте. Что-то я не помню ни одного ютубера, который будет вести блог в пьяном виде, на самом деле. Сколько я выпил, вы спросите меня? Ну, я выпил примерно грамм 250, наверное, водки. Вот. У каждого организм свой. Я всосал бутылку. Итак, я уже, пока болтал, делался чуть сильнее. Поэтому сложнее мне рассуждать. А был алкоголь для меня был неким выходом из каких-то своих личных ситуаций. То есть, например, я боюсь людей. И я хочу попытать чувство социального контакта с людьми. Поэтому я беру алкоголь. Кстати, уже новая бутылка. Вот, еще 0,7 уже, да. Понимаете, в чем дело? Мне давче. Человек, который без алкоголя не может прожить, да, один из моих приближенных, пытался убедить меня в том, что я плохо себя веду от того, что пью. Представьте себе, человек, который наливал себе стопарь водки, чтобы нажраться в говнину, причем сразу с 0,7 просто водки, чтобы уснуть, просто в саку, чтобы уснуть, просто и все. То есть этот человек убеждал меня в том, что я плохо себя веду. Представьте себе, да? То есть, вот какова жизнь. Алкоголик пытается объяснить пьянице, что он себя плохо ведет, что нельзя пить, видите ли. Таков алкоголь. Можно смотреть на него как на грех, на изъян, на слабость человеческую, а можно смотреть на него как на допинг, например, да? Или как на некий путь к либо саморазрушению, либо к саморазвитию, то есть к дальнейшему пониманию того, что тебе нужно и не нужно, как бы, да? То есть нужно тебе пить дальше или не нужно? Я не знаю, закончил я видео или нет. Я надеюсь, мы увидимся в следующих видео. Вот, и я уже буду трезвым, а может быть и нет. Может быть, каждый следующий выпуск будет пьяным. Это мы уже посмотрим. Так что всем пока и спокойной ночи.